плывет по Волге теплоход Александр Попов. А на борту его активные участники всесоюзного марша, пионеры всей страны, делу Ленина верны. Рейс, как и весь марш, посвящен 110-й годовщине со дня рождения Владимира Ильича Ленина. «Будьте как дома», — сказали моряки. И на 10 дней теплоход стал для ребят вторым домом. Все как в обычном пионерском лагере. Только вместо палаток — каюты. И ребята быстро освоились. Знакомились с капитаном. Приглядывались к работе рулевого. Расспрашивали штурмана, как прокладывается маршрут. Фарватер, вот наш фарватер, вот этот черный. Линия, там что-то значит. И, конечно, добрались до самого сердца корабля, проникли в машинное отделение. Будет что показать товарищам, и будет о чем рассказать. Ветеран Великой Отечественной войны Шатата Тарашвили поведал ребятам о легендарных боях за Малую Землю. Сеанс одновременной игры в шахматы проводил международный мастер Валерий Чехов. А композитор Владимир Шаинский пел с ребятами их любимые песни. В пути было немало веселых стоянок. На одной из них к ребятам пожаловал даже сам морской бог Нептун. Кто встревожил мою душу мокрую? Купание в воде в связи с холодной погодой отменить! Выкуп буду брать молодыми дарованиями! Самые разнообразные творческие конкурсы проходили во время рейса. И каждый открывал новые дарования. Наша поездка, это, конечно, хороший отдых, интересно очень. Но, кажется, самое главное, здесь ребята же были из разных уголков нашей страны. И самое главное, это, конечно... то, чтобы мы узнали поближе, как живут ребята в других наших республиках. В нашем городе проходит... Пионерская жизнь кипела на всех трех палубах. Сборы, смотры, викторины. У нас очень хороший ленинский зал. И вот в этом году у нас новая операция была «Отряды и Ленин». Особенно хорошо ведется работа у нас в ленинской комнате. И все самое интересное отражалось в выпусках отрядных стенгазет. Рейс стал школой пионерского актива. На теплоходе было 300 ребят, но за их рейсом следила вся пионерия страны. И в городе Горьком их уже ожидали. На берегу предстояли интересные встречи. Побывали ребята и на детской железной дороге. Любое дело кажется значительнее, если делаешь его сам. Ребята стали участниками всесоюзной пионерской плавки, которая каждый год проводится на крупнейших металлургических комбинатах страны.
А это окна, печи, куда заваливается металлолом, заваливается... Пионерский металл. Ребята узнали, например, что только из металлолома, собранного пионерами Ленинского района Москвы, построены целых 2 локомотива для БАМа. А самые яркие впечатления рейса – это места, связанные с жизнью Владимира Ильича Ленина. В городе Ульяновске, на родине Ильича, ребята увидели дом, где родился Ленин, и тот, где прошли его школьные годы. В семье Ульяновых было 6 детей. Родители воспитывали их в атмосфере дружбы, уважения к труду, любви к знаниям. Конечно, каждый пионер читал о детстве Ленина, но совсем другое дело увидеть своими глазами. Маршрут теплохода проходил и через Казань. Казанский университет, куда Владимир Ульянов поступил на юридический факультет. Здесь он сразу же включился в студенческое революционное движение. Это пришлось не по душе царской охранки, и вскоре он был исключен и выслан в деревню Кокушкино под негласный надзор полиции. И вот подмосковные горки, где прошли последние дни жизни Ильича. По этим аллеям он часто гулял с детворой. Коротка и до последних мгновений нам известна жизнь Ульянова. Но долгую жизнь товарища Ленина надо писать и описывать заново, говорил Маяковский. Пионерский рейс подходил к концу. Ребята прошли по ленинским местам, по берегам Великой Волги. И прибыли в город-герой Ленинград, колыбель революции, где свершилась ленинская мечта. Была провозглашена советская власть. Здесь, в разливе, состоялась торжественная линейка. Пришло время расставаться. Конечно, очень горько, жалко было прощаться с ребятами вот, последний день. Я даже не думала на протяжении всего рейса, как будет этот день. Я даже немного хотела плакать. Конечно, грустно, но в то же время весело. Сейчас мне хочется пожелать всем ребятам, всем участникам этого рейса, чтобы они были такими же веселыми, какими были. Сквозь годы и дали видел Ленин прекрасное будущее нашей страны. Когда смотришь на детей, говорил он, так не можешь не думать, все для них. Плоды революции не нам, а им.